Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, в простом ты видишь все творение и к жизни новой вновь готов. 20 июля. День Авдотьи. Родилась она в семье суздальского князя Дмитрия Константиновича. Впоследствии стал женой московского князя Дмитрия Донского. Именно их семейный союз позволил достичь мира между Суздалем и Москвой. Авдотья соблюдала строгий пост и носила вериги под княжескими одеждами. У нее было 5 сыновей. Все были очень удивлены, когда Авдотья решила принять монашеский постриг, после чего получила имя Ефросиния. В дальнейшем совершила много доброго. В народе сегодняшний день прозвали Авдотьей Сеногнойкой. Примерно с этого времени начинались дожди, которые мешали заготовке сена на зиму. Сено от большой влажности начинало гнить. Начиналась жатва, с которой связано много традиций. Так сегодня отправлялись в поле, заворачивали серпы в полотенце. Согласно традиции, первый сноп нужно было полотенцем обвязать, а потом нести в церковь и освящать. Процесс жатвы очень тяжел и утомителен, особенно для поясницы. Надо постоянно наклоняться. Чтобы меньше уставать, была такая интересная традиция. Женщина должна была срезать первые колосья, сделать из них пояс, подвязаться этим поясом и произнести, как матушка рожь год стояла, да не устояла, так чтоб и моя спинушка не уставала. После жатвы лежа катались по всей Ниве и приговаривали: «Нива ты, Нива, подай мою силу». Сделать это нужно было в тайне от окружающих. И это позволяло снять напряжение с поясницы, а значит, сохранить ее здоровье. В этот день гадали, например, бросали серп в Ниву. Если он в землю воткнется, значит, человек, на которого гадали, скоро помрет, как серп в землю пойдет. Приметы. Если сегодня идет дождь, сено сгниет. Если на Авдотью начинался дождь, будет полоскать еще 7 недель. Лечение полипа прямой кишки. В 1968 году у меня в прямой кишке обнаружили полип. Врач порекомендовал мне делать клизмы с соком чистотела, разведенным сначала пополам с водой, а постепенно количество воды уменьшать, а сока увеличивать. Через 10 дней полип исчез. Позже обнаружили фибромиомы. Посоветовавшись с врачом, я тоже стала лечиться чистотелом. Делала тампоны из сока чистотела пополам с водой, чередуя их с тампонами, пропитанными рыбьим жиром, облепиховым или оливковым маслом. Фиброма исчезла.